Почему мы все, не допускают? Мы все сделали комментарий, не от нас зависит, допускать или нет, а зависит от установленного порядка. То есть, кто боролись на чемпионате мира, на чемпионате Европы, то есть, кто выиграл Россию, кто выиграл в прошлом году Ярыгинский турнир, да, они автоматом попадают на отбор. Кто не выиграл, да, не выиграл, они должны были пройти отбор, турнир Миндиашвили. То есть двое попали, допускают пять человек, вот эти три человека должны были отобраться на турнире имени Ивана Сергеевича Миндиашвили. Категорию тоже, да? И в этой весовой категории, даже если взять, сегодня же речь не идет о только рассаде. Речь идет и о Гидуеве, речь идет и о Суслане Рамонове, олимпийский наш чемпион. Понимаете? Поэтому надо делать по установленному порядку то, что вам говорят. Понимаешь? Потому что они борются в коммерческих турнирах, которые к отбору никакого отношения не имеют. А где надо бороться, где надо потом оттуда попадать на мир, на Европу, на Кубок мира, они там не борются. Отчего бы ему бы не приехал, он за неделю раньше не отобрался, поборолся бы. Какие проблемы? Особые условия под кого-то мы создавать не собираемся. Если хочешь бороться, если установленный порядок, надо бороться там. Там, где говорят. Если вот этот отбор значимый, я имею в виду там, и турнир Иоланы надо было там побороться, надо было здесь побороться, надо было или в прошлом году проявить и доказать, что ты...